Сорт острого перца Seven Pot White. Seven Pot белый. Какой-то красавец у нас. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Созревает он вот такого вот светло-зеленого цвета. Потом становится персиковый. Такой почти белый. Это высокоурожайный сорт. Срок созревания такого перчика, можно сказать, от 100 до 120 дней. Хотя в некоторых случаях, вот у меня прошло 140 дней с момента высадки в открытый грунт, вот так как он у меня растет. Вот между томатами, здесь солнышко не попадает, как бы срок немножко затянулся. А так этот срок, сорт любит солнышко. Высота такого перчика может достигать от 90 до 1,20 м. У меня вот он обрезанный, он был сантиметров, наверное, 70. Очень хороший сорт, очень высокоурожайный. Острота такого перчика от 800 тысяч до 1 миллиона сковелей. Перчик этот родом из Тринидада. Очень хороший, очень плодовитый сорт. Вот таких вот сморщенных перчиков. Они морщинистые, кубовидной формы. Есть некоторые перцы, имеют вытянутую форму. Вкус у этого перчика фруктовый, с так, привкусом хабанера, с оттенками, чем-то напоминает сельдерей. Очень интересный, очень высокоурожайный сорт. Этот перец созревает от зеленого до кремового. И в конце уже становится белый. Вот у него одна часть кремовая, вторая часть становится белой. Давайте рассмотрим плоды сблизи. Они имеют такую форму. Форма как у хабанера. Только она более кубовидная. Вот он, видите, на солнышке стал уже практически белым. Такого кремового цвета. Давайте взвесим, посмотрим, сколько примерно весит одна перчинка. Перчинка весит 16 грамм. Перец очень и очень плотный. Плотная плоть у него. Твердая. Сейчас разрежем, посмотрим. Толщина стенок у этого плода где-то в пределах 6 миллиметров. Довольно толстый, очень сочный, небольшое количество семян у него. И посмотреть, очень толстые. Посмотрите, какая толщина. Очень насыщенный аромат у него сейчас идет. Так что такой перчик я советую вам выращивать у себя дома. Очень приятный на вкус. Очень ароматный. Также с него можно сделать очень вкусный соус.